Итак, всем добрый вечер. Меня зовут Ольга, и у нас сегодня с вами презентация первого уникального в своем роде смарт-контракта Etherchain. Чем же он вот такой вот уникальный и чем он отличается от всех других смарт-контрактов, которые были до сих пор? Прежде всего, это первый 100% децентрализованный смарт-контракт, который построен по прообразу фонда сообщества. Создан он как финансовая система, и он создан на технологиях блокчейна эфириума и на технологиях смарт-контракта. На сегодняшний день это самая прозрачная, самая такая устойчивая и самая надежная система финансового фонда в мире, которая сейчас известна. Давайте коротко пройдемся для тех наших партнеров, которые еще не сталкивались со смарт-контрактами или недостаточно хорошо изучили, что же это такое. Смарт-контракт – это интеллектуальный протокол, развернутый в общедоступной цепочке платформы Ethereum. Он обладает такими характеристиками. Прежде всего, он не подвержен коррупции. Защищен от несанкционированного доступа, справедливо открыт и прозрачен, то есть полностью исключен человеческий фактор из этого бизнеса. Смарт-контракт Etherchain сам по себе предназначен для предоставления поддержки каждому участнику независимого финансового фонда Etherchain, и люди, которые вносят эфириум в фонд, на адрес смарт-контракта активируют программу этой поддержки и получают 310% обратно. Распределение проходит в соответствии с алгоритмами, записанными в смарт-контракте. Etherchain на 100% децентрализован и организован в виде сообщества. В системе нет дополнительной прибыли, это модель поддержки P2P, которая обеспечивает равноправность, прозрачность, справедливость для всех абсолютно. Нет посредников, нет владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком, и это эффективно гарантирует справедливость для всех участвующих партнеров в соответствии с правилами контракта. Это на сегодняшний день, как я уже сказала, это самая разумная, безопасная и лучшая модель финансовой поддержки, которая вот в данный момент доступна. Как же работает Etherchain? Когда вы присоединяетесь к Etherchain, внеся в фонд на адрес смарт-контракта минимальную сумму 0,1 эфира, мы им получаем право получить обратно 310% своих инвестиций. Например, если это взнос 1 эфир, обратно мы получаем 3,1 эфира. Следующий момент работы смарт-контракта – это ROI 310%. Возвращается это ROI четырьмя способами. Один из них полностью пассивный и три по маркетингу для активных партнеров. Когда 310% накапливается любым из четырех способов, новый депозит должен быть сделан равным по сумме или большим предыдущего, чтобы продолжить получать помощь из фонда дальше. 1% ежедневного ROI на наш депозит – максимум 310 дней, это полностью пассивный доход наш. 10% комиссия от рефералов первой линии мы получаем за помощь в развитии и росте сообщества. И матчинг-бонус для партнеров от ежедневного дохода ROI наших партнеров. Дальше мы рассмотрим этот момент подробнее. И четвертый вид дохода – это ежедневный рейтинг-пул. 5% от всех депозитов, внесенных в данный конкретный день для лучших рекрутеров. Итак, 4 у нас есть возможности получить доход с Etherchain в рамках 310%. Как же это происходит уже более подробно? Вот ежедневный ROI 1%. Это 1% от вложенной суммы выплачивается ежедневно каждому пользователю по системному алгоритму до того момента, когда достигается лимит депозита, то есть 3,1 икса, то есть 310%. Предположим, что вот ваша вложенная сумма составляет 5 эфиров. Вы имеете право получить 15,5 эфира в сумме,
ежедневно вы будете получать 0,05 эфира до 310 дней. Или до тех пор, пока этот максимум, лимит 310%, не будет достигнут любым из трех способов. Вернее, четырех способов. Следующий вид дохода – это прямая комиссия. Прямая комиссия с первого уровня выплачивается спонсору, когда вот ваш прямой партнер в первой линии делает свой депозит. Первый депозит или повторный депозит также оплачивается 10%. Это 10% от вложенной суммы, то есть с прямых партнерских депозитов. Допустим, прямой партнерский депозит у вас в первой линии – это 10 эфиров, вы получаете с него 1 эфир в качестве комиссии. Нет никаких ограничений на количество прямых партнеров. То есть в первую линию можно выставлять любое количество партнеров. Сколько вам будет удобно, сколько вы сможете пригласить. Ежедневная комиссия ROI – это матчинг-бонус ежедневный. Основан он на ежедневном возврате депозитов вашего партнера или партнеров. И начисляется он, когда любой партнер получает свой ежедневный доход. Уровни матчинг-комиссии основаны на том, на сколько личных партнеров вы имеете в своей первой линии. Один уровень добавляется для каждого прямого реферала. То есть вот посмотрим сейчас вот по табличке. Если у вас есть в первой линии один личник, у вас открывается ежедневного матчинг-бонуса одна линия, первая линия. С нее вы получаете 30%. Если у вас два личника в первой линии, вам открывается два уровня на получение ежедневного матчинг-бонуса. Со второго уровня вы получаете 10%. Три личника, три уровня, четыре личника, четыре, пять, пять. И вот до пятого уровня, со второго до пятого, вы получаете 10%. С шестого по десятый вы получаете 8%. И с 11 по 15 уровень получаете 5%. Это, повторюсь, ежедневный матчинг-бонус от дохода ваших партнеров. То есть от 1%, который они получают на свой депозит. Итак, сколько личников у вас в первой линии, столько уровней у вас открывается для матчинг-бонуса. Идем дальше. Следующий у нас вид дохода – это ежедневный топ-спонсор-пул 5%. Что же это за такой вот топ-спонсор-пул? Это... Момент, подключаю. Так, это каждый день 5% от всех взносов, которые добавляются в наш общий фонд, 10, откладывается 5% на пополнение этого вот ежедневного топ-лидерского пула. И 10% от этих 5% присуждается самым таким топ-4 спонсорам, которые сделали больше объем, скажем так, товарооборота в эфирах на этот конкретный день. А оставшиеся 90% переносятся в пул на следующий день. И распределение вот этих 10% в пуле происходит вот таким образом. На первое место распределяется 40%, на второе 30%, на третье 20% и на четвертое 10%. Это для самых активных партнеров, которые приглашают много людей. Как же функционирует сам депозит? Минимальный и максимальный лимиты цикла. Первый цикл, когда вы первый раз делаете свой депозит, вы можете сделать его в сумме от 0,1 эфира и максимально до 10 эфиров. Когда вы получите по своему первому депозиту, первый цикл пройдете 310%, вы можете сделать второй повторный депозит, равный или больше, чем предыдущий, в сумме до 30 эфиров. Следующий цикл, третий, вы можете сделать депозит равный или больше, чем предыдущий, до 90 эфиров. И уже начиная с четвертого цикла и далее, вы можете делать депозиты, равные предыдущему, либо максимально до 200 эфиров.
Для чего это делается, вот такое постепенное нарастание? Для того, чтобы постепенно развивалась система и функционировала равномерно. Как же вот проходит алгоритм распределения самого денег из фонда? Все наши поступления, все наши новые депозиты и повторные депозиты, и новые депозиты вышестоящих партнеров, они все поступают в один общий фонд, общий пул фонда для последующего распределения. Как распределяются эти деньги? Одна комиссия идет на содержание платформы. 5% идет на ежедневный пул лидерский, о котором мы говорили только что. 10% – это прямые реферальные комиссии, о которых мы тоже говорили, а 84% – это резерв для выплат ежедневного 1% по всем депозитам и также реферальных комиссий. И вот дальше мы смотрим, что у нас. Остановимся на таких вот важных заметках. Прежде всего, так немножко повторимся, и чтобы закрепилось в памяти. EtherChain – это проект, организованный по принципу сообщества. Он на 100% децентрализованный, P2P, все транзакции проходят через смарт-контракт. Полностью исключен человеческий фактор. Каждый депозитный цикл составляет 310% от вложенной суммы. Когда получено 310%, необходимо внести новый депозит, чтобы продолжить зарабатывать любым из четырех выше нами оговоренных способов. Минимальный вход 0,1 эфира. Он открыт для всех участников без ограничений. Следующий момент – это не требуется приглашение рефералов для того, чтобы получать ежедневные выплаты. 1% выплачивается ежедневно абсолютно всем участникам, 100% пассивно. И чтобы увеличить скорость возврата ваших 310% от вложенного депозита и увеличивать фонд сообщества, чтобы он работал лучше, быстрее и стабильнее, для этого вот есть маркетинг продвижения смарт-контракта EtherChain. За счет этого продвижения вы получаете свои 310% по депозиту намного быстрее, в зависимости от того, как вы, насколько активно вы работаете. Вот. И, так сказать, на завершение сделаю еще коротенькое резюме. Что же это за EtherChain, за смарт-контракт? Он полностью децентрализованный, он полностью прозрачный, он полностью справедлив и предоставляет равные возможности абсолютно всем участникам, и он абсолютно автоматизированный. То есть здесь абсолютно все участники в одинаковых условиях, нету первых, нету последних, это все мы в одинаковых условиях и работаем все вместе, либо участвуя просто своими депозитами, либо участвуя и депозитами, и развивая сообщество более активно, все мы работаем друг на друга и сами на себя. То есть мы вот общее сообщество, которое и работает вот вместе на благо друг друга. Вот, на этом коротенькую презентацию я закончу. А сейчас я бы хотела, чтобы вы задали свои вопросы, если они у вас появились. Пожалуйста, поднимайте руку здесь вот. Я увижу вашу руку и открою вам микрофон. Пожалуйста. Алло, есть вопросы?
Не вижу поднятых рук. Хорошо, тогда на этом мы заканчиваем презентацию. И следующая презентация у нас будет в четверг в 18:00 по Москве. Все, тогда до встречи в этот четверг.